Класс энергопотребления А++++ – самый высокий. Класс стирки А – самый высокий. Класс отжима А – самый высокий. А главное, в отличие от многих других машинок с вертикальной загрузкой, Whirlpool WTL Cizen работает очень тихо и не скачет по комнате во время отжима. Все благодаря мотору с прямым приводом под названием Zen. Несмотря на скромные размеры, машинки вмещают 6 или 6,5 кг белья. Для небольших квартир это просто лучший вариант стиральной машины. Дверца барабана открывается очень легко, а сам он оснащен системой автопарковки. После стирки барабан остановится так, чтобы вы сразу могли достать вещи из него. Большой плюс машинок – простое, удобное управление. Программ стирки – 14. Здесь есть абсолютно все необходимые в повседневной жизни. Хлопок, синтетика, шерсть, джинсы. Деликатная, есть даже быстрая – за 15 минут. Если вещи не очень грязные, выберите функцию «Цвета 15 градусов». Одежда стирается при температуре 15 градусов, так цвета и структура тканей будут меньше портиться. Стирку нужно закончить раньше. Нажимаем на эту кнопку, и время стирки уменьшится. Правда, немного увеличится расход воды и электричества. Специальные сенсоры, или, как их называют Whirlpool, технология «шестое чувство», в зависимости от веса белья, регулируют время стирки и количество необходимой энергии и воды, таким образом уменьшая ежемесячные расходы. Вся информация о настройках стирки выводится на дисплей. Цифра 9 в названии отвечает за его наличие. Вот этими кнопками можно выбрать температуру, активировать отложенный старт, предварительную стирку, интенсивное полоскание, выбрать степень загрязнения ткани и скорость отжима. Этот показатель, кстати, указан в названии машинки. Если дома есть дети, панель управления можно заблокировать. Whirlpool Zen сама следит за своим состоянием. Здесь установлены датчики контроля пенообразования и дисбаланса. А вот эти 4 индикатора укажут на самые явные причины проблем, если они вдруг появятся. На эко-дисплее отображается общий расход энергии во время стирки. Вы можете сами проследить, в каких режимах расход наименьший, использовать их чаще и сделать свои счета за электричество и воду еще меньше.